Трехкратный олимпийский чемпион Александр Карелин приехал в Омск с рабочим визитом. Легендарный борец, а ныне сенатор Федерального собрания, посетил крупные спортивные объекты региона. Карелин более подробно познакомился с инфраструктурой Омского центра единоборств и провел рабочую встречу с представителями спортивной общественности региона. В разговоре обсуждался широкий спектр задач – совершенствование работы по развитию молодых талантов, новые решения по поддержке физической культуры и спорта, дальнейшее развитие спортивной инфраструктуры региона. Сейчас не может быть школы без спортивного зала. Сейчас не может быть школа без спортивной площадки, потому что это часть стандарта, которая является обязательным к применению, к исполнению. Вот и все. И именно об этом я говорил, когда сказал, что это самые большие вложения в наше будущее, в данном случае спортивное. Потому что ребята получат первоначальные навыки во время обучения, соответственно, завтра смогут быстрее сориентироваться и выбрать для себя какую-то специализацию. Поэтому я считаю, что в Омской области спорт имеет все перспективы. Далее Александр Карелин побывал в областном центре олимпийской подготовки по художественной гимнастике. Затем поспешил в свой родной вуз СИБГУФ, пообщался с преподавателями и руководителями омского спорта. По словам министра по делам молодежи, физической культуры и спорта региона Дмитрия Крикорьянца, диалог получился полезным и содержательным. Обе встречи здесь, в СИБГУФке, у нас с спортивным активом в Омской области, я считаю, очень полезны, очень необходимы, прежде всего, нам, как специалистам, что то внимание, которое уделяется властью, которую в данной ситуации Сан Саныч Карелин тоже представляет, оно налицо, оно есть, оно выражается в конкретных цифрах, оно выражается в конкретных достижениях. Поэтому я считаю, что такие визиты нужны, они необходимы, они стимулируют нас еще сильнее, еще продуктивнее работать и достигать целей, которые диктуют жизнь. В завершении визита в СИБГУФК Александр Карелин возложил цветы к бюсту Василия Громыко. Известный спортсмен и тренер внес огромный вклад в развитие греко-римской борьбы в нашей стране, готовил сборную СССР к Олимпийским играм 1972 года в Мюнхене, в 80-е годы был ректором СИБГУФКа.